это другое. Ну, вернее, начало всяких болот. Это вот здесь, это вот здесь. Ну, а это труба, чтобы там я не прыгал, я по трубе перейду. А они вот тут кушерами. Пошли, Сима! Никто их не делает домашними, ну то есть не должны и ходить и по грязюке, и по сугробам, и по всему. Тогда они себя чухают нормально. А если их все время там усю-сю, мусю-сю, вот то оно и получается, что не все так хорошо. Да. Ну это лично моя такая мысль.